Беларусь вышла из тройки самых пьющих стран мира. Таковы данные последнего отчета Всемирной организации здравоохранения. В рейтинге, который был опубликован 4 года назад, наша страна занимала неоправданно высокое второе место. Минздрав тогда был не согласен, мол, все дело в разной методике подсчета. А сегодня эксперты ВОЗ с доводами белорусских специалистов согласились и обнародовали статистику, близкую к реальному положению дел. Уровень снизился и существенно. Теперь это 27-я позиция. Факт такой, вот положительное снижение потребления алкоголя. Причины – запрет, скажем, потребления алкоголя в общественных местах, ограничения на рекламу, какие-то просветительские программы. И очень важно то, что благодаря вот этим мероприятиям меняется отношение населения, особенно молодого населения, к вопросам потребления алкоголя. Самой пьющей страной эксперты теперь назвали Молдову, следом идут Литва и Чехия. Наши ближайшие соседи оказались в середине рейтинга. Россияне и поляки выпивают в среднем по 11 литров, украинцы 9 литров в год.